Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Новоселье в Новый год. Жильцы аварийных бараков готовятся к переезду. В Сочи проходит очередной этап реализации госпрограммы переселения из ветхого и аварийного жилья. Елочка, гори! В городе дан старт празднованию Нового года. На курорте прошел парад Дедов Морозов, а на Новогинской торжественно зажгли главную елку Сочи. Лишение прав за дрифт в Олимпийском парке. Сочинские полицейские привлекли к административной ответственности автохулиганов. Великая Дереглазова, Сафин, Позднякова. За шпаги и рапиры в Сочи взялись олимпийские чемпионы. На курорте проходит Кубок России по фехтованию. Как снизить государственный долг Кубани, сколько денег направят на модернизацию больниц и поликлиник и где губернатор встретит Новый год? Около 20 вопросов журналисты задали главе региона на итоговом интервью. Такие встречи стали традиционными. В этот раз Вениамин Кондратьев пообщался с представителями федеральных информационных агентств. Много вопросов касалось экономической политики Краснодарского края. Так, по итогам года рост волового регионального продукта составил почти 2%. Принципиально важно сегодня для нас максимально модернизировать и не только промышленность, да и все те отрасли экономики, в том числе переработку и иные, которые позволят нам сделать скачок, рывок в экономическом развитии, а значит, естественно, существенное будет увеличение бюджета, регионального бюджета. Давайте даже обратимся к цифрам. Удается. В 2014 году бюджет равнялся 190 миллиардов. А если мы возьмем 2018 год, то у нас уже 265 миллиардов. Коллеги, за три года 75 миллиардов рывок. Ну, это реальные цифры, которые нам позволяют сегодня, на самом деле, реализовывать те проекты, которые видимы, я еще раз подчеркиваю, видимы населению. В этом году только миллиардное переоборудование поликлиник и больниц в районах было выделено дополнительно, а в следующем году плюс 6 миллиардов на эти цели. Вениамин Кондратьев рассказал, что в будущем бюджет Краснодарского края останется социально ориентированным. 80% финансирования направят на строительство школ, детских садов, выплаты учителям и врачам. Конечно, журналистов интересовали и личные вопросы. Губернатор поделился с ними, где он вместе с семьей встретит Новый год. Полная версия интервью выйдет на нашем канале завтра, 25 декабря в 18 часов. Среди шахтеров, погибших в Соликамске, оказался и житель Краснодарского края Александр Чубенко. Уехал работать в Пермский край из станицы Куринская Пшеронского района. Свои соболезнования семье шахтера выразил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона направил телеграмму родителям молодого человека. Эта внезапная трагедия потрясла всех нас. Для каждого родителя потеря ребенка – тяжелейшая утрата. Александр ушел молодым, полным сил и планов на жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять вашу боль. В эти скорбные дни желаю вам мужества, душевных сил и терпения. В своих сердцах вы навсегда сохраните светлую память о сыне. Семье Александра Чубенко будет оказана вся необходимая помощь в организации похорон. Напомню, что трагедия в Пермском крае произошла на выходных. В шахте на глубине 365 метров случилось задымление. На поверхность удалось выбраться 8 работникам. Еще 9 человек остались внизу. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. Исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю назначен Дмитрий Ткаченко. Губернатор его представил заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Владимир Воронин. Уроженец Краснодара Дмитрий Ткаченко успел себя хорошо зарекомендовать. Руководящие должности он занимал в 4 регионах страны. Также имеет опыт работы в Краевом управлении судебных приставов и знаком со спецификой нашего региона. Владимир Воронин охарактеризовал нового руководителя как опытного профессионала, который в срок исполняет судебные решения. С учетом тех консультаций, которые директор с вами проводил, с учетом ваших рекомендаций, подобрали такого кандидата, который, по нашему мнению, способен дать новый вектор развития службы в целом с пользой для края в первую очередь, ну и для самоуправления. Вениамин Кондратьев поздравил Дмитрия Ткаченко с назначением. С новым судебным приставом края губернатор обсудил задачи, которые стоят перед управлением. Я хочу вас поздравить с назначением и добро пожаловать домой, потому что это и ваш край, и ваш город. Вы прекрасно понимаете проблемы сегодня и службу, которую будете возглавлять. Для нас это очень важное сегодня направление, потому что служба судебных приставов, наверное,
завершает в том числе и череду нашей борьбы с самостроями, с незаконным строительством. Ну и, конечно, важно на самом деле не просто заявить, что мы будем сносить те или иные самострои, а их снести. И, конечно, сегодня вопрос штрафов, налогов, госпошлин, их взыскания, которыми занимается служба судебных приставов, конечно, ощутимый. 8 миллиардов рублей взыскано только в этом году, 34 миллиарда – это потенциал, который можно взыскать, и это тоже будет находиться в зоне вашей ответственности. Круг задач большой, он сегодня для нас очень важный. Где-то эти задачи, проблемы накопились, поэтому, конечно, здесь уже ваша активность, ваши управленческие решения будут способствовать тому, чтобы вот эти все проблемы расшивались, а не накапливались. Еще одна проблема, которая требует особого внимания – нелегальная миграция. Поэтому необходимо усилить работу и в этом направлении, отметил губернатор. На движение поездов по основной магистрали в сторону Сочи железнодорожная авария не повлияет. Сегодня неподалеку от Туапсе электричка сошла с рельсов. Инцидент произошел около 6 утра. Пострадали 3 человека, их доставили в больницу с переломами. Всего в составе находилось 27 пассажиров и 2 проводника. Как сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги, с рельсов сошли 2 вагона электропоезда с сообщением «Белореченская Гоетх». Всего в составе поезда было 4 вагона, остальные удержались на рельсах. Сотрудники МЧС отметили, что перекрывать движение по железной дороге не пришлось. В качестве предварительной причины происшествия называется сход селя с соседней горы после обильных осадков. По информации СКЖД, организована перевозка пассажиров автобусом до станции назначения. Повторю, на движении поездов по основной магистрали в сторону Сочи авария не отразилась. Транспортная прокуратура начала проверку после схода с рельсов вагонов электрички. Ну а глава Сочи сегодня встретился с переселенцами из аварийных домов. Жителям бараков с целого ряда улиц города предоставят квартиры в новом доме на улице Вишневой. На встрече Анатолий Пахомов, собственником квартир, рассказал о нюансах программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Многих людей интересовало, насколько качественно построены их новые квартиры, будет ли благоустроен подъем к дому, поставят ли во дворе детскую площадку. Это все предусмотрено проектной документацией, отметил мэр. Он напомнил собравшимся, что квартиры по федеральной программе переселения из ветхого аварийного жилья предоставляются из расчета метр в метр. Необходимо понимать, что по этой программе переселение производится в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность жильцов. Из федерального бюджета выделяются средства на покупку квартир под квадратные метры. Все, что больше, оплачивается уже из городского бюджета. Есть закон, по которому мы работаем, и он предусматривает, это переселение с аварийного фонда квадратный метр на квадратный метр. Эти квартиры должны приобрестись на конкурсной основе в границах муниципального образования. Важно отметить, что в программе по переселению нет ограничений по районам. Главное, чтобы квартира предоставлялась в пределах города. Однако глава курорта Анатолий Пахомов настоял на том, чтобы жителям центрального района были выделены квартиры именно в центральном районе. Так, например, жителям бараков на Гагарина, Инжирной, Воровского, Рос, Перелетной, Новороссийском шоссе и переулке Севастопольском до конца года предоставят квартиры в новом доме на Вишневой. Делать это было нелегко, так как на покупку квартир для переселенцев выделяется всего по 58 тысяч за квадратный метр. При средней рыночной порядка 80 тысяч. Причем новое жилье должно быть уже отремонтировано, оборудовано сантехникой, кухонной плитой. Заселиться в своей новой квартире жители бараков смогут как раз накануне Нового года. Добавлю, что с 2012 года в Сочи из ветхого жилья уже переселили 1000 семей. Лишение прав за дрифт в Олимпийском парке. Сочинские полицейские привлекли к административной ответственности участников свадебного кортежа. Правоохранителям потребовалось менее суток, чтобы установить местонахождение автохулиганов. В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции выявили видеоролик. На записи было видно, как водители «Мерседеса» и «Тойоты» грубо нарушают правила дорожного движения в Олимпийском парке. Водителей сотрудники ДПС задержали. Ими оказались 19- и 20-летние жители Республики Абхазия. По их словам, дрифт был посвящен женитьбе брата одного из нарушителей. В отношении нарушителей составлено сразу 4 административных протокола по различным статьям, таким как выезд на полосу встречного движения, нарушение правил разметки, тонировка стекол. В настоящее время материалы переданы в суд для решения вопроса по существу. Нарушителям грозит крупный штраф и лишение водительских прав.
Штраф автохулиганам грозит в размере до 5000 рублей, а вот правом управлять автомобилем лихачей лишат на полгода. В Сочи трудным подросткам, состоящим на учете комиссии по делам несовершеннолетних, объяснили правила безопасности в новогодние праздники. И, к слову, профилактические беседы перед каникулами проводятся ежегодно. С 21 ноября по поручению вице-губернатора Краснодарского края Анны Меньковой межведомственная комиссия начала адресный обход неблагополучных семей несовершеннолетних детей, которые состоят на профилактическом учете. Таких в Сочи более 50. Специальная рабочая группа проверяет дома на наличие противопожарной безопасности и проводит беседы с детьми, чтобы предстоящие новогодние каникулы прошли без происшествий. Родители порой, отмечая праздники, забывают о том, что несут ответственность за детей. И для нас это очень ответственный момент. И мы хотим сегодня провести общий инструктаж с участием мало того, что самих несовершеннолетних, самих взрослых, то есть законных представителей, еще и представителей МЧС и субъектов профилактики. Взрослым и несовершеннолетним также напомнили о соблюдении краевого детского закона 1539 и поговорили о других аспектах, чтобы уберечь детей от совершения правонарушений и возможного причинения вреда здоровью. В завершении встречи всем детям были вручены новогодние подарки. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. «25 декабря в Сочи облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем 10-12 градусов выше нуля. Обновите гардероб к новогодним праздникам. В магазине «Дамский каприз» новая коллекция французской фирмы «Эвелин Болеро». В торговом центре «Сан-Сити» уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Они действуют до 31 декабря. Готовьтесь к Новому году вместе с «Сан-Сити», Северная, 6. Создай свой новый образ – деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив «Агропрома». Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр «Сан-Сити». Все подарки здесь. В Сочи дан старт празднованию Нового года. В центре города прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек, а также конкурс новогодних костюмов. На улице Новогинская развернулась ярмарка изделий народных мастеров, а на площади флага зажгли главную елку Сочи. С подробностями Татьяна Говоркова. Традиционное предновогоднее шествие прошло по улице Новогинская до площади флага. Участниками парада стали десятки зимних волшебников, снегурочек и других сказочных персонажей, героев мультиков и фильмов. Более сотни человек, и все они финалисты конкурса «Новогодний косплей-2018». После парада сочинцев и гостей курорта с предстоящими праздниками поздравил глава города. В своем выступлении Анатолий Пахомов рассказал о развитии курорта, о строительстве новых школ, детских садов, появлении новых медучреждений, а также скверов и прогулочных зон. В предстоящем году появится школа в Эмеретинке на 1100 мест и детский сад на 300 мест, бассейн. Будут построены школа в Красной Поляне, детские сады в Хосте и на Мацесте. Наш город с каждым днем становится все краше и благоустроеннее. Не зря ведь мы, город Сочи, в пятерке лучших городов России по качеству жизни. А качество жизни – это и образование, и детские дошкольные учреждения. Качество жизни – это и медицинское обслуживание. Качество жизни – это и благоустройство города. И качество жизни – это настроение самих жителей. Новогодние мероприятия будут проходить на курорте ежедневно во всех районах. В Лазаревском парад Дедов Морозов можно будет увидеть 26 декабря. В этот же день для самых маленьких пройдет утренник. Жители Хосты смогут принять участие в новогоднем хороводе 28 декабря, а в выходные всех сочинцев и гостей курорта ждут в парке Ривьера. Свои праздничные программы подготовили и горнолыжные курорты. Подробную программу можно посмотреть на сайте городской администрации. Вообще мероприятий в городе стало больше, это отмечают сами сочинцы. Мероприятий однозначно стало больше, и для детей стало больше мероприятий, поэтому
Больше стало бесплатных мероприятий, больше стало бесплатных секций для занятий. У меня старшая дочь занимается, например, в центре внешкольной работы в бывшем доме пионеров. Там совершенно потрясающие секции для детей бесплатно. Очень понравился и фейерверк, и конкурс нарядов. Вообще в городе все классно, для детей организовано, детям очень комфортно и интересно. Кстати, к детям, которые в силу здоровья не могут посещать новогодние утренники, Дед Мороз придет сам. Глава курорта вручил 4 зимним волшебникам конверты с адресами детей, которых нужно поздравить с Новым годом дома и вручить им подарок. Татьяна Говоркова, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ. До Нового года осталась неделя. Самое время обновить гардероб и подобрать стильные аксессуары. Костюмы, вечерние платья, обувь и другую одежду для всей семьи на любой вкус можно приобрести в магазине «Эдисанс». Погрузиться в атмосферу шопинга можно в одном месте. На площади в 1000 квадратных метров представлен разнообразный ассортимент товаров. На то, чтобы осмотреть все отделы с брюками, джинсами, юбками, кофтами, платьями, костюмами и другой одеждой, потребуется несколько часов. В магазине «Эдисанс» можно найти все необходимое и на любой возраст. Есть одежда для новорожденных, подростков и, конечно, взрослых. Большой размерный ряд. Здесь можно не только переодеться, но и переобуться стильно, удобно и практично. Детская, мужская, женская обувь, детская, мужская, женская одежда. Текстиль у нас представлен. Также представлены у нас аксессуары для мужчин, женщин и детей. Мы работаем с такими поставщиками, как Россия, Турция, Узбекистан, Киргизия, Белоруссия. В преддверии Нового года мы приглашаем покупателей за покупками к нам в магазин. Здесь вы найдете подарки для родных, близких и любимых. Поздравляем всех с наступающим новым 2019 годом. В качестве новогоднего подарка можно рассмотреть вот такие женские костюмы. Выбор огромный. Или же подобрать красивое постельное белье и другой домашний текстиль. Есть и готовые наборы. Не менее интересным подарком станут новые портмоне, кошелек, часы, галстук или, например, новая сумочка. Аксессуаров в магазине действительно много и на любой вкус. Большой ассортимент, очень большой выбор разных товаров для мужчин, для женщин, для всей семьи. Хорошие цены, очень приятные. Уютно, разнообразие. По ценам? Ну, по ценам такие приемлемые. В магазине «Эдисанс» представлен широкий выбор кожгалантереи, головных уборов и верхней одежды, куртки, пуховики, пальто и шубы. В подборе одежды и обуви помогут опытные продавцы-консультанты. Сюда действительно стоит заглянуть каждой семье. Магазин работает ежедневно с 10 утра до 8 вечера на улице Конституции, 26А, второй этаж. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Заполярье отметили день рождения фитнес-клуба Z-Fit. В честь праздника в санатории организовали фитнес-квест для всех желающих. Несколько точек активности везде необходимо выполнить задания. Их 6. Любители активного отдыха сосредоточены и нацелены на победу. В день рождения фитнес-клуба ZFIT в санатории Заполярье можно выиграть клубные карты. Участниками фитнес-квеста стали не только постоянные посетители фитнес-клуба и новые гости, которые были здесь в первый раз. Я занимаюсь с апреля этого года. Я очень счастлива, потому что, во-первых, здесь шикарное оборудование, классные тренеры. Бассейн большой, несколько саун, то есть это полноценный отдых, полноценное занятие спортом, прекрасная форма после всех этих занятий, как вы можете увидеть. Я чувствую себя великолепно, и более того, я поправила свое здоровье. Те, кто пришли впервые, решили оценить возможности спортивных залов и, возможно, приобрести клубную карту. Очень нравится, хороший фитнес-клуб. Сейчас еще бассейн опробуем, будет еще лучше. Тренажерные залы, залы групповых программ, силовых тренировок, оборудованные суперсовременными продуктами фитнес-индустрии от Hammer и Life Fitness, термальный комплекс, 4 бассейна. В день здесь занимается до 1000 человек. Это и гости санатория Заполярье и сочинцы. Планы идти вперед. Мы сейчас работаем над тем, как еще больше увеличить наши фитнес-площади. Хотим создать дополнительную площадку на кровле фитнес-клуба, площадку воркаут.
Еще одна идея, которая вполне осуществима – сделать интерактивный зал групповых занятий. Эта мировая новинка, осталось дождаться нового оборудования. The Fit – это один из лучших клубов России, не только в Сочи. Он очень большой, 10 тысяч квадратных метров. Здесь и все зоны, и руководство, хозяева клубов хотят, чтобы все самое хорошее, все самое современное было в Сочи, у сочинцев. Мы помогаем в развитии. Везде атмосфера спорта. Пока родители занимаются, праздник для детей проводят сказочные персонажи. Впереди Новый год, и отличным новогодним подарком может стать клубная карта ZFit для восстановления иммунитета, бодрости и энергии. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи подвели итоги акции «Уличный красава». Это всероссийский турнир по футболу среди дворовых команд. Отборочные этапы в городах и регионах страны проходили с октября. Финальный состоялся в Сочи. Лучшие сыграли на стадионе «Фишт», расскажет Ольга Десятова. На пресс-конференции в Сочи организаторы, главный из которых – Общероссийский народный фронт, рассказали об итогах масштабного футбольного праздника. В президиуме капитаны 8 команд, прошедших в финал. В акции «Уличный красава» приняли участие 35 тысяч футболистов от 14 до 17 лет из 85 регионов России. Это 3420 дворовых команд. В финальных отборочных играх в Сочи приняли участие 168 ребят из 17 регионов. Ребят можно поздравить, потому что сюда приехал 160 человек, да, 160. Конкурс на то, чтобы попасть в сочинский этап, 250 человек на место получается. Финал турнира проходил на стадионе «Фишт». Там, где за звание чемпиона мира боролись лучшие сборные планеты, сыграли простые ребята, которые любят футбол и обычно гоняют мяч во дворе. В итоге победителями уличного красавы среди юношей 14-15 лет стала команда «Альфа» из Камчатского края. А в группе 16-17 лет победу одержала команда «Инаркой» из Кабардино-Балкарии. Победители получили не только медали и хрустальные кубки. Главный приз – сертификат на установку современной футбольной площадки в своем дворе. Это такая большая перспектива. Я думаю, для нашего города было бы неплохо получить тоже дополнительно в будущем еще какую-то, допустим, спортивную площадку или стадион. При всем том, что нашим детям сегодня есть где тренироваться, где учиться. И поэтому дворовые команды могут готовиться. И на следующий год, я думаю, мы уже примем участие. Команда «Сочи» отсеялась, не дойдя до финала. Улучшить свой результат ребята смогут уже в следующем году. За звание «Уличного красавы» команды побьются снова уже летом. Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи проходит Кубок России по фехтованию. В личном первенстве в мужской рапире победу одержал Тимур Сафин. А вот в женской – олимпийская чемпионка Инна Дереглазова уступила Анастасии Ивановой. Сочи для фехтовальщиков – место не новое. Здесь, в Федеральном центре спортивной подготовки «Югспорт», у них проходят сборы. Сейчас Кубок России, в апреле следующего года – чемпионат России по фехтованию. У нас 4 соревнования в России, которые дают рейтинговые очки для попадания на чемпионат Европы и чемпионат мира. Ну, по трем лучшим результатам. То есть чемпионат России, Кубок России и один из турниров сильнейших. Так что этот кубок идет в зачет для попадания в сборную страны. В первые два дня проходили поединки в мужской и женской рапире. Олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро Тимур Сафин обошел чемпиона мира прошлого года Дмитрия Жеребченко. Но этот результат был прогнозируемый. Сенсация произошла в рапире женской, когда олимпийская чемпионка Инна Дереглазова пропустила один укол, тем самым потеряла шанс на победу. Вот такой великой может быть цена одного укола. Причем проиграла она своей подруге Насте Ивановой из Башкирии. Желания мои, к сожалению, не оправдались, потому что вчера я выиграла серебряную медаль. Не хватило всего одного укола в финальном поединке. Я, конечно же, хотела и золото выиграть. Но будем стараться сегодня реабилитироваться в командных соревнованиях. Командные соревнования в рапире проходили в воскресенье, а дальше шпага и сабля, также личные командные первенства. Здесь уже можно будет увидеть саблисток Софью Великую и Софию Позднякову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира. В канун Нового года участники Кубка России по фехтованию разлетятся по своим городам. В январе соберутся снова и ждут различные соревнования по всему миру. Это Франция, Япония, Польша. Весной вновь вернутся в Сочи. Самое главное для них – подготовиться к летним Олимпийским играм 2020 года. Они пройдут в Токио. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинцы завоевали 5 медалей на чемпионате Южного федерального округа по самбо. Он прошел в Армавире.
В соревнованиях приняли участие почти 160 спортсменов из 8 субъектов Юга России – Адыгеи, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Севастополя, Калмыкии, Краснодарского края и Крыма. Сочинские самбисты в составе сборной команды края успешно выступили на турнире. Золото завоевала Кристина Карикян. Серебро в копилке Екатерины Поликашиной и Агопа Папазяна. Бронза у Анастасии Ячевской. Завоевать медаль любого достоинства было очень важно для каждого сочинского самбиста, поскольку разыгрывались путевки на чемпионат России, который пройдет с 1 по 5 марта в Казани. К слову, сочинские самбисты неоднократно становились чемпионами и призерами всероссийских и международных турниров. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.